Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Дана Килибаева. Тариф на платные дороги могут повысить. Об этом на заседании Кабмина сказал министр транспорта Карабаев. По его словам, им нужно собирать ежегодно 80 миллиардов тенге. И пока они собрали только 30. Бауыржан Шаяхмет продолжит тему. Дороги в Казахстане постоянно подвергаются критике. Люди часто жалуются на ужасное состояние дорожного покрытия, на низкое качество ремонта и слабый уровень при строительстве новых трасс. Привел пример, когда асфальт буквально крошится. Где акиматы? Почему на постоянной основе не проводится качественный контроль? Спросил он. В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей, заявил Бектенов. Если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги во время паводков удалось бы сохранить, сказал он. По традиции, самые плохие дороги на западе страны. По словам премьера, в ЗКО отмечен самый худший показатель по стране. Доля республиканских автодорог в нормативном состоянии составляет 73%. Местного значения того меньше – 52%. Но почему казахстанские дороги так быстро портятся? Хочу сказать, вот мы в Астане установили 6 камер. На трехосной машине позволяется 25 тонн возить. На данных машинах груз инертный материал возили 108-119 тонн. Это то есть на нашу дорогу, которая построена за счет бюджетных средств, а значит за счет налогоплательщиков, только потому что отдельные участники рынка хотят сверхдоход получать, а не соблюдать требования закона. Оказывается, в 4 раза больше нагрузки. Тем самым у нас дороги портятся. Это главное сейчас. За счет чего у нас дороги портятся. Почему в Казахстане плохие дороги? По мнению депутатов, из-за коррупции и монополиста. Депутаты выступали против создания компании «КазАвтожол». Однако госорганы не услышали предостережения парламентариев. Как следствие, казахстанские налогоплательщики недовольны качеством дорог, а сама компания нередко всплывает в коррупционных скандалах. При этом тариф на платные дороги могут повысить. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 миллиардов тенге. По словам министра, тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами – Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и другие. В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные авто, проходящие через страну, добавил Карабаев. При этом хочу сказать, что в целом на содержание дорог у нас требуется 80 миллиардов тенге, от платности поступает в год примерно 30 миллиардов тенге, что не покрывает расходы на содержание дорог, не считая уже необходимость проведения среднего либо капитального ремонта. Например, в Китае по опыту США строят долговечные дороги с бетонным покрытием. В Казахстане с 2020 года прекращено строительство бетонных дорог из-за дороговизны Портланд-цемента. Но все равно дороги у нас дорогие. Так, средняя стоимость строительства автодороги республиканского значения в 2023 году составляла 1 миллиард тенге для двухполосной дороги. При этом по качеству автодорог Казахстан занимает незавидное 93-е место в рейтинге Всемирного экономического форума. Кения и Танзания выше нас. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. КТЖ не банкрот. Такое заявление сделал министр транспорта Карабаев на брифинге после заседания Кабмина. Ранее аудиторы заявили, что Казахстан Теміржолы в долгах, как в шелках. Но глава профильного ведомства полагает, что компания вовремя выплачивает долги. Каково на самом деле положение монополиста, расскажут наши столичные корреспонденты. Оказывается, КТЖ в долгах, как в шелках. Более того, они постоянно просят деньги из бюджета. Почему, являясь на магистральных железных дорогах Казахстана абсолютным монополистом и при этом постоянно повышая тарифы, национальный железнодорожный перевозчик находится в таких огромных долгах? Общий долг КТЖ приближается к 3 триллионам, но согласно текущим планам Кабмина продолжится практика субсидирования убыточных грузовых перевозок. Более того, министр транспорта заявил, что КТЖ справляется со своими обязанностями. С 2020 года компания является прибыльной. До этого был убыточный период. Да? 2,9 триллионов долг он образовался за счет того, что национальная компания КТЖ, государством деньги не выделялись. Все большие проекты, которые сейчас идет строительство, это и Достак Мойнта, это обводной Алматы, это и Дарбаза Мақтаарал, в том числе обновление пассажирского парка и обновление локомотивного парка, они осуществляются за счет собственных средств национальной компании КТЖ. В определенных случаях государство субсидирует часть их затратов. К
КТЖ критиковали за систематические опоздания поездов и отсутствие должного сервиса и состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки. Ранее «Антикор» заявлял, что суммы взяток чиновникам КТЖ могут достигать миллиардов тенге в месяц. КТЖ не способно оплатить долги и находится на грани дефолта. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний, говорили аудиторы. Но министр транспорта полагает, что КТЖ не банкрот и уже приносит прибыль. КТЖ в состоянии выплачивает свои кредитные обязательства. Более того, после выплаты всех кредитных обязательств получил чистый доход 134 миллиарда тенге по итогам прошлого года. Правительством были детально изучены кейсы ряда развитых стран, где железнодорожная сеть работает идеально быстро, качественно и при этом недорого для грузоотправителей именно благодаря конкуренции. А у нас монополист не желает делиться ни с кем. И сами довести не могут, и другим не дают. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. В Уральске двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Один из них погиб. Оба инцидента произошли в один день. Каково состояние выжившего ребенка? Сколько подобных случаев произошло в этом году, выясняла Амина Махсотова. Первый случай произошел 7 июля в 10 вечера. В открытых источниках сообщается, что мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Ребенок 2019 года рождения погиб. 7 июля текущего года, примерно в 11 часов вечера в городе Уральска, с окна 5-го этажа выпал малолетний ребенок 2019 года рождения, который от полученных травм скончался на месте. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется расследование. Такие случаи, к сожалению, происходят часто. Дети, испытывая любопытство, даже не подозревая об опасности, выглядывают из окон домов. А такая сетка никак не может защитить малышей и не может спасти жизнь вашего ребенка. Зачастую такие случаи выпадения из окон происходят из-за отсутствия защитных устройств, такие как решетки или блокираторы, либо от неосторожности родителей. В этот же день около часа дня на станцию скорой помощи поступило сообщение о падении ребенка из окна 3-го этажа жилого дома. Медики доставили ребенка в областную многопрофильную детскую больницу. По словам управления здравоохранения, пациент 2019 года рождения госпитализирован в отделение травматологии. В данный момент его состояние средней степени тяжести. Сейчас мальчик получает необходимое лечение. Отметим, с начала года зарегистрировано 7 случаев выпадения детей из окон. Амина Махсотова, Марлен Искалиев, Аймурат Джагапар, телеканал ТДК-42. К 3,5 годам лишения свободы приговорен организатор незаконного игорного бизнеса в Караганде. Данный факт пересечен агентством по финансовому мониторингу. В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер». Установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты. Сумма поступления денежных средств на банковский счет составила более 32 миллиона тенге. Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Ряд нарушений выявила полиция и прокуратура Западно-Казахстанской области в ходе проверки увеселительных заведений. Проверкой были охвачены 11 ночных клубов и баров. В одном из них служебная собака обнаружила зип-пакет с желтым порошкообразным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Кроме того, были составлены 14 административных протоколов за использование и предоставление кальяна. В клубах обнаружены 9 подростков, двое из которых работали официантами и барменами. В отношении родителей и администраторов заведений составлены 10 административных протоколов. По данному факту начато судебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Составлено 14 административных протоколов в отношении посетителей и администраторов заведения за употребление и оказание услуг кальяна в общественном месте. Были выявлены 9 несовершеннолетних, которые находились в увеселительных заведениях. Также двое из них работали там в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведения было составлено 10 административных протоколов. В Ахтубе полицейские взывают к совести родителей юных мопедистов. С начала года из-за них в городе произошло уже 73 аварии. Погиб один человек. В полиции проводят рейды из-за участившихся аварий с этим видом транспорта. Считают одной из причин то, что на скутерах можно ездить без водительских прав. Молодые люди, не имея никакого опыта вождения, не соблюдают правила и нарушают скоростной режим. Лейла Уэсова продолжит тему.
Сразу два ДТП с участием скутеров произошли в Актобе. Первая авария случилась в центре города. По данным полиции, 18-летний парень сначала въехал в стоящий впереди внедорожник. От удара его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся уже с другим автомобилем. В тяжелом состоянии пострадавший поступил в больницу. Спустя несколько часов к медикам доставили другого юношу. Он тоже совершил ДТП на этом виде транспорта. С начала года в Актюбинской области с участием скутера произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, где один водитель скутера погиб и 9 получили различные телесные повреждения. Актюбинская полиция отправилась проверять и водителей мопедов. С начала года на дорогах с их участием произошло больше 70 аварий. Погиб один человек, правда, пока малолетним нарушителям наказание не грозит. Поправки, ужесточающие требования, еще не приняли. Это каким-то образом надо будет остановить. В первую очередь надо начать с родителей. То есть подростков, с родителей подростков, чтобы они, во-первых, не покупали данные транспортные средства. Во-вторых, нужно в законном порядке зарегистрировать. То есть это сейчас у нас законодательство не обеспечено. Но в последующем это законопроект уже вступит в силу, я надеюсь. В МВД уже разработали новые требования для владельцев мопедов и скутеров. Их обяжут регистрировать транспорт и получить водительские права. Но пока правила не вступили в силу, чем малолетние любители мототехники и пользуются. Именно подростки, по словам полицейских, сейчас передвигаются на мопедах и скутерах. Они часто нарушают скоростной режим, ездят без шлемов и двигаются по всем полосам. Они по крайней правой, как им разрешено. Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила. Однако профилактические рейды и беседы результатов пока не дают. Это подтверждают и медики. С 1 мая по 16 июня, получается, обратилось 35 человек с различными видами травм. В основном это травмы нижних конечностей, ушибы, переломы. В неделю обязательно 3-4 обращения. Водить мопед или скутер можно с 16 лет. Для этого права не нужны, говорят в полиции. Для электросамоката необходима любая водительская категория, если он выезжает на проезжую часть. По тротуару можно ездить без прав, но со скоростью не более 6 км в час. В этом году за несоблюдение правил дорожного движения составлено около 500 административных протоколов на водителей скутеров и мопедов. Если нарушитель несовершеннолетний, то к ответственности привлекают его родителей. Встречаются за рулем мопедов и совсем юные водители от 12 лет. Но в основном по дорогам колесят подростки от 15 лет и старше. Лейла Уисова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. В Западно-Казахстанской области с начала текущего года бесплатной правовой помощью охвачено около 5000 граждан. Из них порядка 2300 человек получили правовую консультацию, включая около 200 000 по уголовным делам, около 200 по административным, 35 по гражданским делам. Насколько доступны юридические услуги для населения, обсудили на коллегии адвокатов. В Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов числится более 200 адвокатов, а в палате юридических консультантов 252 юриста. Специалисты отмечают, что регион обеспечен необходимым количеством юристов. Около 110 юристов оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам определенных категорий. Немного остановлюсь на правом консультировании бесплатном. Значит, ему подлежат все физические лица по взысканию алиментов, назначению пенсии, пособий, реабилитации, получения статуса беженца либо кандаса, а также несовершеннолетним лицам. Также на право бесплатное консультирование имеют право жертвы сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма, физические лица по возмещению вреда, причиненного смертью кормильца. Специалисты отметили, что за последние 6 лет государством предприняты меры по снижению долговой нагрузки населения, включая погашение беззалоговых кредитов, исписание пеней и штрафов, а также рефинансирование в банках. Несмотря на принимаемые меры, уровень закредитованности населения по-прежнему является высоким. Только с 2018 года объемы кредита выросли почти что в 3 раза. Львиная доля составляет беззалоговые потребительские займы. Нередко граждане при получении кредитов переоценивают свои финансовые возможности, и которые поэтому впоследствии и возникают такие обстоятельства, как вынесение исполнительной надписи и нахождение их в реестре должников. С декабря 2023 года запущен проект «Цифровой нотариат» для перевода нотариальных услуг в онлайн-формат. В связи с их востребованностью внедрен сервис «Онлайн-консультация», позволяющий получать консультации нотариуса через видеозвонок в мобильном приложении «ЕГОВ Мобайл». Амина Махсотова, Олег Писаренко, Марлен Искалиев, Аймурат Джагаппар, телеканал ТДК-42.
В Западно-Казанской области произошло 5 случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям. Возгорания возникали с 3 по 9 июля в Бурлинском и Чингирлаусском районах. Все их удалось ликвидировать. Специалисты предупреждают о высокой пожарной опасности и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. В период с 3 по 9 июля в Бурлинском и Чингирлаусском районах Западно-Казахстанской области были зарегистрированы 5 случаев горения сухой травы на открытии территории. Все возгорания сухой травы были ликвидированы в полном объеме на площади 72 гектара в Бурлинском и 29 гектаров в Чингирлаусском районе. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, негосударственной противопожарной службы и местных исполнительных органов. В республике продолжается акция «Таза Казахстан». Жители Атрау собирают мусор на побережье Урала. На этот раз в акции приняли участие около 200 человек, в том числе депутаты Маслихата, молодежь и коллективы ряда учреждений. В период паводка на реке Урал в Атрау проводились берегоукрепительные работы. Сейчас берег очищают от мусора. В рамках акции «Таза Казахстан» активисты провели субботник, начав уборку от молодежного парка до здания областного акимата. Нам всем нужно, чтобы город был чистым, а наша страна была спокойной. Мне нравится патриотизм молодежи партии «Аманат». Они работают тут с 9 утра. В акции также принимают участие сотрудники ряда учреждений региона. Порядка 160 человек задействованы на территории микрорайона «Жилой городок». Мы видим, что достаточно большое число людей принимают активное участие в акции. Если подобные мероприятия будут продолжаться в дальнейшем, город станет намного чище. Мероприятия по уборке будут продолжены и в дальнейшем. Амина Максутова, Айбекуан Докулу, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атрау. Работу автомоек ограничат из-за нехватки воды в Актау. Это делается для возможности полноценного обеспечения населения питьевой водой. Кроме того, были ограничены работы поливовых зеленых насаждений. С наступлением лета стало привычным, что актауцы зачастую остаются без воды. Народ просит решить эту проблему. Однако ситуация изо дня в день лишь усложняется. Владельцев автомоек призывают отнестись с пониманием к временным ограничениям. В настоящее время в Актау наблюдается аномальная температура наружного воздуха, повышенная температура морской воды, а также увеличен питьевой водоразбор. На центральных узлах водоснабжения необходимо стабилизировать уровень питьевой воды в резервуарах. В связи с этим просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и обращаемся к владельцам автомоек ограничить время работы, а также сократить объем полива зеленых насаждений. Данные меры являются вынужденными и временными. Число людей с онкологическими заболеваниями растет в Казахстане. В Уральске требуется помощь в лечении 28-летнего Темирлана Искалиева. Врачи диагностировали у него злокачественную опухоль брюшной полости. Сейчас заболевание на третьей стадии. Для лечения необходимо 35 миллионов тенге. Помочь в лечении может любая сумма. Несколько лет назад у Темирлана начались проблемы со здоровьем, но он не подозревал ничего серьезного. Первоначальные анализы ничего не показали, но после прохождения МРТ выяснилось, что у него злокачественная опухоль. Врачи онкологического диспансера говорят, что опухоль слишком большая и операция опасна. Сейчас он вместе с супругой находится в Алматы. Темирлан работает школьным психологом в поселке. Когда мы обратились к врачам, они предупредили, что опухоль больших размеров и возможно только сделать биопсию. На данный момент его состояние крайне тяжелое. Ему трудно передвигаться, постоянно тошнит. Сейчас мы ищем пути лечения в различных больницах. Состояние Темирлана сейчас не очень хорошее. По словам его жены, он не может много двигаться. Все тело болит. Из-за отсутствия аппетита в последнее время он не ест и сильно похудел. Родные решили связаться с медиками клиники «Аполло» в Индии. Там предлагают лечение, которое, к сожалению, не смогли предложить на родине. Сейчас необходимо набрать 35 миллионов тенге. Неравнодушные люди, которые хотят помочь Темирлану, могут перевести любую сумму по реквизитам, указанным на экране. Любой ваш вклад может помочь спасти жизнь. Сегодня вечером в Уральске на площади первого президента состоится этнофестиваль местных мастеров-ремесленников «Тойбастар-2024». Организаторами являются городской отдел культуры и развития языков и областной совет деловых женщин. Мероприятие проводится впервые с целью популяризации казахских национальных традиций, языка, культуры, национальных игр и элементов национального колорита и этнодизайна. Специалисты отмечают, что мероприятие пройдет в формате ярмарки.
Безусловно, подобные ярмарки оказывают благотворное влияние на сферы культуры, торговли и развития туризма в нашей стране. В мероприятии примут участие наши артисты, спортсмены, ремесленники. Мы надеемся, что оно пройдет на высоком уровне. Будут организованы мастер-классы по рукоделию. Приглашаем всех жителей и гостей города посетить ярмарку. Сегодня состоится программа «На чистоту» с Айнур Гуразгалиевой, в которой обсудит состояние дорог. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и не переключайтесь.